Здравствуйте, друзья! Меня зовут Тимур Кузьминых. Я недавно услышал в интернете стих Анастасии Дмитрук «Никогда мы не будем братьями». Я признаюсь вам честно, ничего меня так давно не цепляло. Вот мой ответ. Никогда мы не будем братьями. Вы звезды героев даете предателям. То законами, то по понятиям вы пугаете нас демократией. Москали мы, кацапы, мы ватники. Мы рабы вечно пьяно голодные. Не друзья мы вам, не соратники, раз вы люди такие свободные. Мы царя себе сами избрали, короновали его на царство. Все, кто против, все проиграли. Любви к родине и к государству. Мы готовы умыться кровью, мы готовы быть пушечным мясом. Мы пропитаны этой любовью. Наш патриотизм на грани экстаза. Вы во многом, наверное, правы. Но в одном вы ошиблись сильно. Ваши правила, ваши уставы. Обвините во всем вы Россию. Говорите, у нас нету духа. Вы, наверное, просто забыли. В головах у всех нынче разруха. Сплошь пропаганда, покрытая пылью. Мы как зомби уставились в телек. Мы ничего уже не понимаем. Но получается, что из-за денег нам Украина совсем не родная. Все хотят жить свободно, богато, все ждут второго и третьего шанса. Но в бедах своих вы нашли виноватых. Вы что, измеряете счастье в финансах? Украина моя незалежная. Я же знаю, что ты не такая. Но ты совсем теперь зарубежная, ты совсем теперь нам чужая. Жизнь продолжится после дурмана. Правда? После окажется грустной. Вы многоликие дети Майдана, вы великие. А мы русские. Не хотите быть больше братьями? Ни по родине, ни по матери. Ну а мы все равно вас ждем с любовью в России. Приезжайте к нам в Крым. Ласково просимо. До свидания.